следующих звезд. Расскажите. Да. Нет. Взаимно. Можете представить ребят, которые будут сегодня и завтра? Не ребята, это метры. Какие-то ребята. Мишленовские. Для нас это ребята, да. Мишленовские ребята, мишленовские повара, которые приехали специально для того, чтобы представить русские продукты. Только показывать, а попробовать что-то можно? Ну, конечно, в формате дегустации здесь все будет проходить, здесь снимать класс, и на следующий и в формате шеф-стола будут приготовлены блюда с русских продуктов, с локальных продуктов. И... Ну давайте сфотографируемся на бай вместе все. Давайте. Не, ну давайте сюда подойдем. А чуть ближе.